приехала на Соловки. Народу много, не могу идти по дороге и прям говорить при всех. Будет смешно выглядеть. Цены меня тут удивили. Я тут не была уже, я не знаю, наверное, больше 10 лет. Цены так удивили. Я не знаю, рыба прям чуть ли не в два раза дешевле. Во всяком случае, мелкая. Да и селедка заморожена. Намного. И фрукты, овощи дешевле. Но хочу посмотреть по животным пройти. Здесь одни голуби. Надеюсь, что-то снимется. Какой кролик красивый. Сейчас подойду к нему. Какой красивый. А хозяин баламут. Ага, это здесь он сидит. Да. А какую цену вот такая? А у меня вот пора. Хороший мужчина. И на краю или на нарезок. Я просто сейчас не готова, но красивый, да, буду знать. Красиво. Это вот сотка. Именно вот это красивое. Спасибо большое. И цена хорошая. Увидела барахолку, ну такое, совсем барахло. Ну посмотри. Ой, гантели. Гантели. Да ничего. Здесь козлиная машинка. Ой, она прям рабочая. Автоприбор. И сколько ваша машинка это? Малышка, ты с кем ходишь? Ты что, сама ходишь? Ух ты какой! Булочек для капусты. Знаю, что я засняла. Буду смотреть дома. Чья-то собачка ходит. Килограмма, да? Отбирать? Да. Как хорошо пахнет. Что ты так ударом? Да, это ужин. Что ж такое, не попустилось.
показать, висит сумка, правда? Как ее показать сверху, я не знаю. Я не знаю, как это сделать. Сколько тут радости. То, что у нас это не посильно вырвало. Да. Ой, какая бутылка красивая. Она красивая. Что? Бутылка красивая. Это одна коньяк была там. Угу. Сколько ж такая бутылка? Пустая, вот эта. Сейчас я к ней приду. Я сейчас ее заберу. Я хочу посмотреть, что тут еще есть. Вещи мне не нужны, а это мне интересно. Какие хорошенькие. Я, конечно, не знаю ценности всех этих вещей, но бутылку я сейчас заберу. Какая-то пряжечка интересная. А у меня уже руки заняты. Это что такое? Селекция обогревателя. Какую-то красоту увидела. Я не знаю, когда получу. Что это за машина? Какие-то браслеты. Так, это я уже скупилась, мне уже неудобно. Что это такое красивое? Что за красота? Заня, ты неудобно взять, спасибо. Так, ниточки. Думаю, не пешак, а 2 копейки. Копейка. Они разные, там может и по 500 стоит, и по 300, и по 200. Так, в России. Вот так раз что-то сдают, кто-то а, мелочь, набор, даю квартиру, все удобства. Всем привет! Я, как обещала, сегодня смоталась наконец-то на рынок Соловки, на наш, это колхозный рынок. Немножко поснимала там животных, ну, животных очень мало, честно говоря, меня это даже порадовало. Собак, кошек мало, это говорит о том, что не стало перекупщиков, меньше будут плодиться бездомные животные. Но я ехала поснимать барахолку. Привет, соскучилась моя собачка за мной. Я ехала снимать барахолку. Барахолка, конечно, такая себе там. Каждый может найти для себя что-то интересное. Я с интересом поснимала. Там очень много мужских всяких инструментов. Одну себе хотелочку там увидела. Это моя детская мечта. Ну, увидите, я там смотрю, посмотрите. Может быть, я подумаю, на следующую неделю я, может, поеду заберу эту штучку. Я не думаю, что там очередь стоит за этими штучками. Но меня она может дождаться. И я себе купила... Не уехала я с барахолки пустая. Сейчас я покажу, что я купила. Как у меня вписывается моя покупочка. Посмотрите. Я, конечно, сейчас буду ее... Ой, это ее родная крышка. Я ее, конечно, буду сейчас мыть, чистить. Я ее просто протерла, чтобы на стол примерить. Буду мыть, чистить. И нужно будет ее заполнить каким-то темным напитком. Это из-под армянского коньяка. Я даже посмотрю, сколько она может стоить взагали в интернете, скажем так. Она, в принципе, в очень даже хорошем состоянии. Я не буду ее подкрашивать, я просто ее хорошо помою внутри и снаружи еще раз. Я просто протерла, чтобы поставить. Главное, что там родная крышка.
могу сказать, что я такую бутылку с детства хотела. Я у кого-то были, наверное, с мамой в гостях. Я видела такую бутылку, и я очень хотела такую бутылку. Я когда ее увидела, я, конечно, не могла себя сдержать. Я ее купила. Нужна она мне, не нужна, но здесь она у меня очень хорошо вписывается. Посмотрите, здесь у меня всякие вот на ланчматах такие картинки. И очень даже эта парочка сюда вписывается. Тут у меня, я просто снимала себя, уже не буду переворачивать камеру. Здесь у меня шкатулка, здесь я переставлю, там у меня баночки, может, я что-то переставлю. Но они сюда очень-очень даже здорово вписываются. Я очень рада, что купила их. Так что всем пока. Такие у меня покупки. Сама себя порадовала я. Прогулялась, посмотрела. Хотела купить семена, как сказать, для проращивания там пшеницы. То все. Ну, как-то я поехала, сумочку взяла совсем такую маленькую. Потом еще эту бутылку купила на радостях. Тетя, которая продавала ее, она, по-моему, не ожидала, что продаст. Очень обрадовалась. Я бы ее даже купила дороже немножко, чем она сказала. Ну, какую цену назвали, такую я и отдала. Что еще? Зерна я себе не купила. Я купила яблоки и купила тюльку. А, вот, я сейчас похвастаюсь. Цены там меня очень порадовали. Гораздо дешевле, чем у нас на рынке. Сейчас я покажу рыбку и покажу яблоки. Я не захотела высыпать рыбу в тарелку. Я просто в кулечки ее положила. Вот такая красивая рыба. Пахнет необыкновенно. Такая вся сухенькая, такая вся ровненькая. И, ну, такая, видите, она достаточно такая крупненькая. И посмотрите, какие красивые яблоки. 50 рублей килограмм. У нас на рынке такие 70-75. Вот я себя порадовала. Здесь, правда, больше килограмма. Вот видите, как моя бутылочка будет вписываться во весь мой ансамбль. Куда ни поставь. Куда ни поставь, вот можно ее сюда будет поставить. И она будет здесь с горами этими смотреться. С горным пейзажем. Очень даже, надо бы точно примерить, но я ее уже поставила мыться. В общем-то, вот такие покупки, такая прогулка. Сегодня так морозненько у нас, 1 градус тепла, это, в общем-то, так посвежело, прогулялась хорошо. Всем спасибо, кто досмотрел до конца меня, дослушал. Подписывайтесь, заходите в гости. Всех люблю, целую, обнимаю. Грубиянам грублю. Грубиянам грублю, поэтому... Поэтому, опять же, вежливые посетители, пожалуйста, приходите, вытирайте ноги, располагайтесь. Всем пока, всем привет!